Меня презрение глупцов не оскорбляет. Меня презрение глупцов не оскорбляет. Страшит меня пренебрежение людей, что в рок-н-ролльных разбираются квадратах. Но вот они как раз согласны с музыкой моей. И даже те, кто просто слушатель, не больше, но в эту музыку влюблен и по сей час, те говорят, что рок-н-ролл Волощуковский их радует и удивляет каждый раз. Те понимают, рок-н-ролл Волощуковский неравнодушных может только восхищать. Рабовладельческий, российский и московский, да тот же обезжиренный, классический квадрат. Или чем плох такой, что хотят жены. Или про Битлз, я в чиновники пойду. Кто всех страшнее, телевизионный. Кто знает, скажет, они с лучшими в ряду. И чтобы не быть пустозвоном голословным, я рок-н-ролл включу про нас и про Битлов, где я использовал цитату песни «Birthday». В нем вспоминаю и то время, и творцов. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.